Первый международный детский фестиваль «Средиземное море 2015». Ождет столица талантов. Расскажи, зачем ты пришла сюда сегодня? Я сегодня сюда пришла, чтобы получить удовольствие и порадовать зрителей. Что для тебя пение? Пение для меня – это удовольствие и радость. Чем еще ты любишь заниматься, кроме пения? Кроме пения я люблю заниматься. Я люблю со своей сестрой играть в разные игры, допустим, в школу. Люблю сама заниматься там гимнастикой и лепить. Я люблю танцевать, люблю. Я много чего люблю. И что ты сейчас чувствуешь в этот момент? Сейчас я чувствую чуть-чуть волнение, а все остальное – это все радость. Чего ты боишься? Я боюсь... Я ничего не боюсь. Софья Полозова, 8 лет. Шла реки по тропе под звонкой росе, увидав пастушка вдали, я вдруг стала словно во сне. Зазвучал в предрассветной тиши голос его дудочки вдруг. Поиграй, замолкать не спеши, песни всех порадуй вокруг. Ой, Лёли, заиграй, пастушок. Ой, Лёли, песню запой. Ой, Лёли, заиграй свой рожок. Ой, Лёли, буду с тобой. Я ему помашу рукой, пожелаю